ты умеешь читать по латыни? Немножко. Я изучала ее в медицинском колледже. Я нашел в котельной один манускрипт. По-моему, это латынь. Взгляни. Сейчас посмотрим. Да, это латынь. Сейчас попробую понять, о чем речь. В общих чертах смысл такой. Уважаемый граф, 20 лет назад к вам на крыльцо положили корзинку с младенцем. Этот подкидыш – ваш племянник. Он незаконно рожденный сын вашей сестры Мэри. Тогда я не могла рассказать всю правду о нем. Но теперь ребенок вырос, и моя совесть спокойна. Бриджит, подруга Мэри. 3 апреля 1905 года. Видимо, речь идет о наследнике, которого тут все ждут. Где-то я видел свиток с генеалогическим древом семьи Малгрей. Он должен быть здесь, в библиотеке. Так, это все родословные, которые мне удалось найти. Теперь надо в них разобраться. Здесь предки хозяев, Гленфилда, даже Марии. А у лесника нет предков. Странно. Вы опять что-то ищете в старых книгах, молодой человек? Граф, как кстати, расскажите мне о леснике. Почему нет никаких записей о его предках? Потому что о них никому не известно. Его подкинули в наш замок младенцем, а в корзине лежала записка, что его зовут Брэндон. Это было в 1886 году. Я хорошо это помню, потому что перед этим погибла моя сестра.
Вашу сестру звали Мэри? Совершенно верно. Уважаемые граф и графиня, я, кажется, знаю, кто ваш наследник. Прошу вас, соберите всех в гостиной, и я вам все объясню. Если это шутка... Не волнуйтесь, я серьезен как никогда. Оказывается, медсестра Лора – моя старая знакомая. Кто бы мог подумать, что это милое создание называет себя в интернете «рыжая бестия». Это бывает. В тихом омуте черти водятся. Она попросила сказать вам мою группу крови, и я не смог отказать рыжей бестии. Правда, я ее не помню, но у меня есть армейский жетон с Первой мировой. Он должен быть где-то здесь, в шкатулке. Thank you.
у Гленфилда четвертая. Наконец-то! Пора спускаться в гостиную. Спасибо, что вы все здесь собрались. Сразу перейду к делу. Предлагаю заключить сделку. Я скажу вам, кто является наследником семьи Малгрей, и тогда этот замок останется по-прежнему неприкосновенен, а взамен вы сделаете моему шефу прививку от всех болезней. Идет? Сначала скажите, кто наследник. Укусить вашего шефа не проблема. Ваш наследник Брэндон. Брэндон? А где доказательства? Доказательства есть. Я случайно обнаружил в котельной вот это письмо, в кипе бумаг для растопки. В нем описана история появления в этом замке ребенка больше сотни лет назад. И этот ребенок — лесник Брэндон, который является хоть и незаконно рожденным, но сыном Мэри, вашей сестры, граф. То есть он, как говорится, кровь от крови семьи Малгрей. Тогда почему нам ничего не известно об этом письме? Не знаю, но это еще не все. К письму была приложена фотография. На ней изображены Мэри, какой-то джентльмен и младенец. У вас остались фотографии маленького Брэндона. Мы можем их сравнить, и вы убедитесь в том, что на них один и тот же ребенок. Давайте попробуем. Сходство есть, но все дети похожи, а в этом деле мы не можем рисковать. Если бы у нас был образец вашей крови, мы смогли бы сделать анализ ДНК и получить точный ответ. Нет, моей крови в замке нет, и взять ее у меня в моем текущем положении не представляется возможным. А волосы вместо крови не подойдут? В гостиной должен быть старый медальон с прядью волос графа. Подойдут.
Современная наука подтвердила правильность моих предположений. Невероятно, Майкл. Похоже, вам удалось найти то, что мы искали почти 100 лет. Позвольте выразить вам нашу благодарность. Я уверена, что отныне вы всегда будете желанным гостем в этом замке. Был рад помочь. Мы сдержим слово. Можете сказать мистеру Роквеллу, что мы его вылечим. Гленфилд об этом позаботится. А нам осталось встретиться с Брэндоном, и мы, наконец, сможем покинуть этот мир. Майкл, мне нужна твоя помощь. Пойдем со мной в кладовую. Решил написать завещание. Ты собрался на покой? Да, наследник найден. Я тоже скоро уйду вслед за хозяевами. Так вот, мне нужна помощь опытного юриста. Я долго не мог решить, что кому завещать. Я все писал, мял и выбрасывал. Давай соберем черновики. Нужно выбрать из них финальный вариант.
мне нравится больше всего. Только он написан очень запутанно. Приведи его в нормальный вид, пожалуйста. Thank you.
Спасибо, малыш, я не ожидал. Не за что, мне все равно. Эти деньги уже ни к чему. Пока, Майкл, распорядись моими деньгами правильно. Ну все, пора к хозяевам. Ладно, достанем наши денежки. Что ж, малыш был не бедной собакой. Пора проведать шефа. Гленфилд, в чем дело? Пожар? Похоже, сработала система безопасности. Нас грабят? Навряд ли.
грабители не суются в Малгрей. Так выключите сирену, пока я не сошел с ума. За безопасность отвечал малыш, а он ушел. Я даже не знаю, где панель управления. Но хоть что-то вы знаете? Знаю, что она здесь, в гостиной. Гленфилд, вы знаете код? Нет, но у меня сохранились записи малыша. В них должны быть какие-нибудь подсказки. Thank you.
что-то не так с проводочками, сэр. Не устаю поражаться вашей сообразительности, Гленфилд.